Доброго утра! В общем, 8 часов у нас. Сейчас, как всегда, мое утро начинается. Помимо того, что завтрака, так еще и разбора посуды. Опять сейчас буду разбирать посудомойку и закладывать опять посуду. Знаете, как в рекламе? Жизнь посуда, смерть посуда. В общем, круговорот посуды, грязной и чистой в природе. Но, по-моему, не только посуда, но еще и белья грязного и чистого. Вот, так что сейчас разберемся с посудой, а белье у меня уже заложено и стирается. Так, буду сейчас вязать кинзу. Пока Афанасий спит, как раз буду помогать родителям, а потом пойду кормить Афоньку завтраком. Афанасик уже вышел. Что ты делаешь, сынок? Тут ты рисуешь, да? Ну, ты потом помоешь. Ты пока так рисуй, к себе только главное не вытирай, хорошо? Фаня здесь это что-то пытается что-то рисовать. Мы тут с папулей кинзу вяжем. Все, Афанасию не хочется уже раскрашивать на листике. Где ты рисуешь, сынок? На дровах? Желтым, да? Скажи, это желтый. Это какой у тебя цвет? Желтый, да. Ты молодец, да? Ты придумываешь себе игры, да? Все, когда раскрасишь, позовешь маму. Ты ложи кисточку и потом бери другой цвет. Тебе водичку принести водичку? Да. Сейчас я тебе принесу. Воды мама принесла, да? Да. Салфеточку еще? Да. Сейчас. Так, уже без 10-12. Мы продолжаем вязать кинзу еще. Сейчас она грязная, все равно корни, поэтому ее надо мыть. Мама моет, я вяжу, готовлю обед. У нас сегодня такой постный обед. Это вареные яйца и морковка, которую я закатывала. Вот такая, как морковная икра. Ну, там, да, дедушка вот Афоня говорит же приехал. И еще гречка в мультиварке. Поэтому будем вот так вот обедать. Покажи, сынок. Григорий уже сам пешком пришел. Это ты... А, ты наклеечки купил на яйца? Ну да, за 6 рублей. Виолетта со мной шла, я с ней 4 рубля дал. А, ты ей дал? Да. Ей, чтобы она тоже купила? Ну, может, что-нибудь купит. Ясно. Ну давай, иди тогда сразу. Не ложи сюда, сынок, здесь все грязное, мы вяжем. Я тут буду сидеть. Давай, давай. Все, мы пообедали. Афанасий кушал яйца со сметаной, да? Компотик пил, не захотел он. Гречку и борщик, он просто яйца вареные. А бутербродик еще с сыром, да, ты кушал? Мам, что? Ака. Что ты хочешь? Ака. Что такое ака? Ака. Спать? Ака. Не понимаю. Ака. Прыгать? Да. Нет, мы сейчас что будем делать? Спать. Ты с кем будешь спать? Мама. Ну все, тогда ложись аккуратней. На твою пойдем кровать? Да. Ну побежали тогда скорей. Давай, где твоя кроватка? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он, твой друг, да? И мы сейчас с ним будем ложиться отдыхать, да? Давай, закрываем все шторки, да? Чтобы нам солнышко не мешало спать. Да. Правильно? Ага. Сейчас 4 часа. Мы довязали. Немножко подмели. Надо, конечно, под навесом опять все заново помыть, потому что здесь пылище просто куча. Сегодня как раз чистый четверг. Но мы ничего уже делать не будем, потому что сейчас я пойду готовить ужин. И думаю, что все на этом день будет закончен. Ну, еще выйдем, конечно, на улицу, поиграем. К нам еще сегодня должны приехать гости, наша подписчица. Но она тут будет по работе, и как раз мы решили увидеться. Мы там ВКонтакте с ней переписывались, вот она нас звала в гости, но у нас никак не получалось приехать в Москву. В общем, просто хочется в Москву поехать, знаете, в хорошую погоду и в тепло. Но тогда, когда в Москве тепло, то уже тепло, то есть... тепло именно, как для нас тепло, то особо не получается. У нас сижу не на работе, у него как раз сезон работы.
Так что не знаю уж, когда мы выберемся в Москву посмотреть на Красную площадь. Мне очень хочется детям показать, чтобы они знали, что Красная площадь — это не только торговый центр в Краснодаре, а еще есть Красная площадь и в столице нашей Родины. Вот так вот. Так что сейчас идем готовить ужин, а дети, если вы слышите, заодно собираются идти играть на улицу уже. Ты что, шапку одел? Не надо шапку, там и так тепло, сынок. Слышишь? Будешь в шапке? Да. Хорошо. Ну тогда беги. Так, вот наш ужин готовится. Здесь свинина у меня. Я ее поперчила, не солила, потому что хочу сделать соевым соусом и с пунчокой. Вот такой вот. Что еще у тебя будет? Морковка, лук, грибы. У меня 3 штучки. И что еще? Чесночка немножко. И огурцы положу, покладу. И что еще буду делать? И все, и потом добавлю соевый соус уже в конце. И будет все готовиться вместе с пунчозой. А пунчозу сейчас залью кипятком просто. Вот они, господи, наши гости из Москвы. Привет, привет. Господи, я стала героиней влога. А Кость, а вас не смущает, что вы господи стали? Да это нормально. Стой. Камера, мотор. Поехали. Сегодня, наконец-то, у Веры появился режиссер. Прямиком из Москвы. А, это оператор, да? Ну, извиняйте, извиняйте. Какие мы невежественные. Что мы сегодня готовим, Берусь? Так, как мы... Мясо жарим с пунчозой и с огурцами. Ага. Это вообще какое-то шоу уже. Это шоу, это реалити-шоу. На хуторе называется. Верешуль, повар, давай. На хуторе, повар на хуторе. Верусь, ну что ж ты стесняешься, говори что ли? Я не знаю, что говорить. Что расскажи людям, говорят, что за такой человек за кадром тебе приехал. Я вот сейчас родня мне позвонила, я говорю: родня, я не могу говорить, потому что ко мне гости из Москвы приехали. Она говорит: а нам когда приезжать? Нам во сколько приезжать? Я говорю: а чё? Ну мы тоже хотим поговорить с Владимиром Владимировичем. Ну. Так что... Вот видите, что у нас тут гости из Москвы. Огурчики. Я не могу, конечно, сказать, чтобы к нам все приезжали. Да. Просто мы очень хотим в Москву, поэтому приглашаем. Но мы так и поняли, что это, знаешь, на будущее задел. А мы не против такого плана. Так. А мы на знаменитой кухне Верусика. Ну где тут у нас Афося? Помаши скорей. Что там вам тетушка из Москвы привезла? Сыр. Всякой гадости, да? Чипсы. Нормальной гадости. Сейчас нас будут ругать, что мы кормим детей очень плохо. Нормально кормим. Да? Ругаются там тетки всякие? Не будем ругать. Это что такое? Кола. Кола, да. Гадость редкостная, да? Не гадость. Ну-ка, Гриша, исполни нам что-нибудь. Гриша, нифига ж себе ж. Это вырезать надо будет, Вера. Вот это мою фразочку. Ну что, Берусь, давайте поснимай еще. А еще пока не все. Что тут у нас? У тебя, слушай, никогда такого не было обзора. О, да? Яйца. Это у нас для чего яйца идут? Для салата. О, даже салат у нас не будет. Боже ты мой. А вот, посмотрите. Да, огурцы. Да, это прям такой рецептик круто. Видите, у нас тут какая пунчозная мечта. Круто. А вот этот маленький такой малыш идет. Ой, ой, куда ты, куда ты? Я сегодня на бойсом пришел. Слушай, а как? А кто забрал мамину Рафаэлу? Это же мамки. Так куда ты? Будем передавать из поколения в поколение. Не, надо слопать до следующего поколения. Да? Алфейс. Ты такой... Да, не хочешь. Ну положи. Не, я телефон сюда тоже взял. Ты взял уже свой трактор телефон? Уехал, сынок. Да он у меня. Уехал, мне его еще уехал. На 7 лет подарили. Лужок встань, да, ну чтобы два ряда. Да, чтобы было видно даже эту травку. А я думала, мы взяли... Григорий, ну сними я эту. Потом... Гриш, ну отойди. Ну иди сюда. Вставай, смотри. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Давайте. Я как его вернуть? А надо, ну куда же ты там тупишься? Назад,
давай. Афоня, не закрывай глаза. Ты не улыбайся. Ой, отлично. Ты улыбнулся? Так, теперь для отчетности мне надо одной. Видно? Видно. Тебя только не видно? Цветочки-то видно. Это что, это слива же цветет, а то я даже не сказала, что это слива цветет, зацветает. Ты смотри, там по брату не попади. Гриш, с палкой здесь не надо. Чё? Здесь, видишь, вокруг люди. Классно, такие просторы. Давай, Вера, я твоему профессиональному руке твоей доверяю. Ноги? Да? Тебе ноги профессионально сфоткать? Анастасия, а как козы делают? Вот это козы. Кто такие? Да кто там такой хорошенький? Ой, Афанасий. Афанасий, расскажите. Мы мячик не взяли. А что? Даже ярче, чем на самом деле. Ага. И кто там? Смотрите, ребят, как красиво. Обалдеть. Да еще и речка. И солнце как красиво садится, да? Ну прям вообще. Обалденный закат. Вот мы сейчас на речку пришли, но тут вообще темный экран, а вот чуть-чуть только речку видно. Антош, садись, садись, не надо туда ходить, садись. Мам, а. Я ага. У нас сегодня праздник живота, мы уже приехали домой. Да, 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 колбаску сейчас Григорий нам сделает свои любимые бутерброды, да? Это мое блюдо. Я открываю. Ждем. Что вам открыть? А мы уже поужинали и вышли слушать кваканье лягушек. Я не знаю, тут слышно? Но нам слышно, в общем, как тут лягушки квакают. Ну прикольно, что такая молодец, что ты... Ну, короче, не молодец. Нет, Вера молодец, никто, чтобы меня не обижал. Все, мы Ксюхе нарвали самолет шпината. Завтра полетим. Теперь есть что покушать. Да. Так, ну что, всем до завтра. Сегодня, получается, я видео даже не монтировала, так что завтра его не будет, к сожалению. Ну ничего, я завтра исправлюсь, сделаю сразу два видео. Так что всем до завтра и пока. Think I'm crying on my own.